Данил, 10 ноября в понедельник нам предстоит сыграть перенесенный матч одного из предыдущих туров чемпионата Суперлиги в Мытищах. Что можешь сказать об этой игре? Ну как, настраиваемся как на обычную игру, как бы на хорошего соперника Мытищи, тем более на своей площадке. Они как бы, площадка, мне кажется, там чуть меньше, как бы, и как бы им там привычнее будет играть, как бы нам непривычно будет играть, как бы. Но настраиваемся серьезно. Сильные стороны подмосковной команды. Сильные стороны? Ну, я думаю, то, что они, наверное, будут, как всегда, играть на контратаках. Я думаю, вот это их не сильная сторона. Нам надо будет аккуратно играть, чтобы не нарваться на эти контратаки. Заметил, что в последнее время Мытищи очень мало забивают. Ну, как бы я за ними редко слежу, за Мытищами, как бы. Вот сейчас только смотрел обзор, они там с Сибиряком сыграли, как бы. Ну, я бы не сказал, что они мало забивают, как бы. Я говорю, команда тяжелая, тяжело будет с ними играть, как бы. А то, что они забивают мало, ну и... к лучшему нам, пускай меньше забивают. Возможно, что лидеры команды Мытищи не сыграют, бразильские легионеры, это нам в плюс? Ну да, я тоже такое слышал, как бы, ну и я не знаю, может они и будут играть, а может и не будут, может что это, просто слух пустили, как бы. Я думаю, как бы нам без разницы, кто там играет, кто не играет, как бы нам все равно выходить и выигрывать.